На Московской улице в Немчиновке продолжается возведение новой школы на 550 мест. Она станет первым муниципальным образовательным учреждением в этом густонаселенном районе. Глава округа Андрей Иванов посетил строительную площадку и пообщался с подрядчиком. Мы с проблемами закончили, все решения найдены. Да? Сейчас у вас идет плановая работа, где вы стараетесь эти два месяца нагнать. Все верно. У нас вот эта беговая дорожка, которая расположена сейчас в крайней части, раньше находилась здесь. А в данный момент здесь проезд для жителей частных домов. Поэтому данная дорожка была перенесена, и в связи с этим было имеется отставание небольшое, но которое мы, соответственно, наверстаем. Строительство объекта проводится по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств. На площади более 11 700 квадратных метров разместят просторные кабинеты для начальной школы и старших классов, лаборатории и мастерские, группы продленного дня, актовые и спортивные залы, а также пищеблок со столовой на 275 мест, библиотеку с читальным залом и другие необходимые помещения. Выполнены инженерно-ножевые коммуникации в данный момент порядка 85%. Остается небольшой участок с выходом на улицу Московскую. Монолитные работы выполняются полностью на всем фронте. Из 7200 кубов выполнено 1300 кубов. Одновременно ведутся монолитные и гидроизоляционные работы. На данный момент на площадке задействовано 66 человек и 5 единиц техники. В перспективе численность строителей увеличится пропорционально объему работ. Ввести школу в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».